Газовик это большое, конечно, понятие. Есть газовики, электрики. Газовики, кто трубу утепляет, чинят, там бригады разные, кто добывает, собственно, весь газ. А зачем нужны газовики в Сибири? Газовики в Сибири нужны, ну вот мы, кто у кого не электрические печки на газ готовят, там вот тепло у нас то же самое, вода греется. От газовиков? От газа, который добывают газовики. Скажи, как ты думаешь, как газовик радуется своей зарплате? Ура! Yes! Вот так. Ну, если зарплата большая, а если маленькая, то ну хотя бы что-то.